Я приветствую подписчиков и зрителей канала. Меня зовут Семен. И мы с вами сейчас в роли Артема в метро 2033 будем исследовать одну из самых атмосферных и одну из самых геморройных по геймплею, насколько я могу помнить, локаций в этой игре. Мы с вами находимся в библиотеке имени Ленина. И что самое печальное, что у меня с противогазом беда. Хорошо. Хоть спокойно дышит, а то задыхался как туберкулезник. Здесь можно собирать разного рода примочки, которых, как и везде, здесь раскидана куча. Но давайте попробуем открыть двери. Закрыто. Так, нам сюда. Так, двери не открываются. А что мне вообще надо сделать? Отыскать. Дружище, не убирай, пожалуйста, не убирай. Отыскать документы, касающиеся D6. Найти спуск в секретные архивы. Все, понял. Так, надо как-то дверь сломать. Я помню, что-то надо было сделать с люстрой, да. Она подвешена. Стрельнуть по ней? Хорошо. Отлично. Как вам моя смекалка, пацаны? Могли бы и похвалить. Блин, этот библиотекарь мучит. Как разъевшаяся корова. Так, поменяем противогаз. По крайней мере, и не снимем. Ага, а он не снимается. Мне очень неуютно. Как будто заперт в какой-то комнате. Холодный. Большой зал, главный читальный, да? Где библиотека? Ё-моё! Данилу жрут! Есть смысл мне стрелять? Сдохни, тварь! Брось Данилу! Все, Данилка отстрелялся. Пацаны, я-то надеялся, что вы, конечно, со мной побегаете, но так как я уже удрученный опытом и знал, что мне придется, как обычно, это происходит, делать все одному, я на вас не в обиде. Так, ну ладно, все, пошли. Как говорится, перед смертью не надышишься. Библиотекарь убежал в эту дверь. Давайте запасемся снарядами для дробовика. Эти вот штуки меня раздражают. Как кобры. Ух ты, блядь, еще дерутся. Ни хрена себе. Вот это я проглядел. Ладно. Буду опытнее. Я, если честно, думал, они просто болтаются. Ладно. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Сразу сходу. На, тварь! Все, ушла. Испугалась. Чё ж так мучишь-то страшно?
число. Так, нам сюда. Че, просто приоткрыть дверь не судьба, надо обязательно ее выбивать. Так, еще эти щупальцы. Хорошо, и загрузка. Книгохранилище. Я снова был наедине с ужасом, и мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Так, 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 так. Это и есть тот самый пресловутый библиотекарь. Его, видимо, делали похожим на гориллу. Гориллы, кстати, весьма опасные животные, кто знает, кто не знает. Одним ударом может всю дырь вышибить. Так, он убежал? Нет, сидит. Падла. Мне почему-то, знаете, в памяти такие флешбеки, как я с ним на какой-то, на каком-то чердаке стреляюсь. Причем я помню, что это был дичайший геморрой. Ладно, что, спускаемся. Тихо, пожалуйста, не подходи ко мне. Я мертвый. Я мертвый. Ух ты, блин! Пошел ты в жопу! Твою мать! Что такое сильный-то? Похолим. Бляха-муха. Вот я про вот этот геморрой говорил. Так. Можешь попробовать его издалека расстрелять? Как думаете? Сначала кинуть ему гранату, потом расстрелять издалека. Чё, где ты? Чё-то, по-моему, он обиделся на меня. По-моему, да. Более чем. А, да, вот он. Твою мать, здесь можно пройти? Да пошел ты в жопу! А, вас тут двое! Твою-то матушку, идите ты. Вот про этот я геморрой говорил, ребята. Как отсюда убежать-то? Твою мать! Хорошо. Одного завалили. Так. Теперь понять, что хочет от меня другой. Самое главное, где он? Но вот эта скорострельная пушка весьма-весьма полезна, согласитесь. Иди сюда, тварь! Боишься меня? Вроде правильно идем. А, заманивает гад. Наверх. Так, это я сюда пришел, да? Все верно. Заманивает наверх. Честно слово, Silent Hill какой-то. Давайте перезарядимся, чтобы быть во все оружие. 14 патронов. Хватит, не хватит? Как думаете? Давайте поменяем противогаз. По крайней мере, он не будет такой разбитый. Хорошо. Ну давайте, последний будет трудный самый. По-моему, он остался еще один. Да, вот про этот я чердак и говорил. То есть где-то здесь не нужно будет нам бороться. Я помню, что это было весьма и весьма... Ух ты, блин! Твою мать!
Ладно. О, блядь! Еще один! Да вы издеваетесь. Да чтоб тебе сдохнуть. Твою мать. Да пошел ты в жопу. Фу. Библиотекарь против демона. Что? Кто победит? Ядрическая сила. Ни хрена себе бой. Здесь попахивает эпичностью God of War. Поехали, поехали вниз. Хорошо. Будем надеяться, что мне повезло. Да, его раздавило, размозжило. Я думал, он один остался, а там еще один такой же выбежал. Удивлению моему, как вы понимаете, предела не было. Так, еще один. Ты кто такой? Да пошел ты. Сдохни. Ё-моё, ты кто такой? Тоже этот библиотекарь? Чё-то ты маленький какой-то видоизменённый. Я вам скажу, что если мне на каждого столько тратить патронов, то я, в принципе, всю игру их только для этого и собирал. Так, я надеюсь, чекпоинт был после лифта, потому что те места мне проходить заново уже не хочется. О, отлично. Я вам скажу честно, в первое прохождение я маялся с ними намного дольше. Видимо, сказывается уже нарастающий опыт игры в шутеры. Было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Хорошо. Ай, бляха-муха, еще они. Можно мне, пожалуйста, помощь неведомого ангела-хранителя прямо сейчас? Но вы понимаете, что я не вывезу их двоих. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, никуда. Прямо. Я так понимаю, когда он поднимает голову, значит, он меня чует. На стекло не наступить только. Иначе пиздухин швах. Сиди, дружище. Так, здесь стекло. Как же это все стрёмно. Так, дерево может хрустнуть. Хрустит. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой, по-моему, меня запалили. Пошел в жопу! Урод! Твою мать! Че, проще, наверное, его убить. Да, я за всю игру столько не умирал, сколько на этой локации. Возникает вопрос, почему он меня запалил? Тихо-тихо-тихо-тихо. Бежим, 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 бежим. Как ты уже здесь-то оказался? Ты быстро как понос, честно слово. Да ты умри уже! Твою мать. Блин. Бежим, 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 бежим.
Бежим, бежим, бежим. Не обращаем внимания. Да я знаю, что ты быстрее меня. Хорошо. Очень хорошо. Что хорошо, не знаю, но... Куда-то идем. Быстрее, быстрее. Валим, 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 валим. Тут только бежать, я другого выхода просто не вижу. А-а-а! Я в подземелье. Я в подземелье этого упыря. Твою мать. Что ж так стрёмно-то? Еще выше. Пошли еще выше. И что я где? Мне, видимо, сюда. Да, видимо, сюда. Ботинки чьи-то. Да пошел ты. Блин, это одна из самых стрёмных, в принципе, локаций, в которых я играл. Так, он спит или мертвый? Так, главное ни на что не наступить. Спи, пожалуйста. Спи, моя радость, усни. Вспомнился уровень из Aliens Colony Marines, где мы с Иваном примерно по таким же локациям пробирались. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пошел в жопу! Тебе с первого раза непонятно, чтоб ты шел в жопу? Я вообще не понимаю, куда иду, если честно. И вообще в правильном ли я направлении иду. Чуть не упал. Доскам доверять нельзя. Это однозначно. Вы не представляете, как мне стрёмно. Хорошо, что был чекпоинт. Потому что заново все это переживать, это ужас просто. Так, ну надеюсь, если я ни на что не наступлю, то проблем у меня не будет. Все, спи, 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 спи. Спать. Хорошо, наверх. По крайней мере, мы куда-то движемся, а это говорит о том, что я делаю правильно. Если не все, то что-то. Потому что локации меняются. Сейф. Ладно. Небольшая награда за наши старания. Так. Это что за кабинет? Посторонний вход воспрещен. Я совсем не посторонний. Видимо, я пришел в нужное мне место. Где-то здесь должны храниться планы ПВО. Но местечко, я вам скажу, не из приятных. Это точно. Как ты узнал, что это именно та папка? Еще не понял? Хоть бы почитал мельком. Или на ней должно быть большими буквами написано «Артём, тебе сюда?» Нет. Вот она, D6. Теперь понятно, почему. В красном кожаном переплете. Даже не заглянул. А если подложили что-то другое туда? Ладно. Хоть немножко передохнуть от этих гадов. Я буду рад, если все закончится этой катсценой. Ух, аллилуйя. Артемка, я тебя люблю. На Спарту. Я нашел планы D6 и карту командного пункта. Но мельник все не возвращался.
смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи. От этого зависела судьба моей станции. Будем пытаться. Если не будет библиотекаря, то я согласен на все. На демонов, на фашистов, на коммунистов. Ой, я его уже там видел. Видимо, он сейчас пытается будет меня за жопу схватить. Как я рад свежему воздуху, вы не представляете. Я даже не рад, что на меня сейчас демоны будут нападать, вполне возможно. Мельник, помогай. Ой, хорошо. Куда едем, Генатуале? Отбросы за 50 патронов. Что примечательно, по сюжету Артема всегда встречаются новые люди. Нашел что-нибудь? Все нашел. Ты бы знал, что я там пережил. Хорошо, что ты в противогазе. А так бы ты почувствовал полные штаны. Счастье. В храм. Артем, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубит? Анцуем сегодня не станет анцуем. Конечно. Прокатимся с музыкой. Что за забавный геноцвали там рулит? Фуф, я очень рад, что мы закончили с библиотекой. В принципе, самая неприятная локация для меня. Первый и единственный форпост человечества в этих местах. Внешняя база Спарты. Глядись пока. А я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. Что за база Спарты, если честно, совсем у меня нет памяти ничего об этом. В сюжете. Так, по заданию. Ознакомиться с базой, собраться у Мельника. Ну, после этого недюжего удовольствия общения с библиотекарями, нам дают возможность немножко походить, пообщаться, пожить спокойно, размеренной жизнью. Так, подобрать нам здесь нечего. Привет. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Только одну штуку или можно несколько взять? Давайте возьмем новую винтовку. Хотя она без прицела, да? Так. Мне кто-то в комментариях писал про какую-то пушку, которая самая мощная. Не вот это ли случайно? Я не люблю пневмооружие, еще и надо маяться с ним. Заряжать его. Так, берем, пока не запрещают. Так, а зачем я пневмо эти беру? Так, у меня очень мало патронов к дробовику, вот что мне нужно подбирать. Берем. Там, кстати, довольно забавный диалог ведется про войну. Я пришел к концу диалога. Забавно. Так, ну что, есть смысл нам менять винтовку на эту? Лучше она, не лучше? Или нет ничего лучше, чем старый добрый калаш? Ладно, пофигу, останемся с тем, что есть. Привет, Артём! Знакомы? А, все, понял. Ульман. Упражняюсь тут, как видишь. Ну давай, кто-то же должен это делать. Так, подзаряжу-ка я фонарик. Давно этим не занимался, с самого прихода в библиотеку. Как страшный сон. Хочу забыть эту локацию. Так, это Хан. Поболтаем? Ну, здравствуй, Артём. Давно не виделись, мой друг. Встретились. Давно. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет. Каждый пожинает то, что посеял, Артём.
Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Хорошо. Давайте на этом эту серию закончим. Мне уже даже собака об этом символизирует. Говорит, заигрался ты, парниша, заканчивай. Весьма-весьма была неприятная локация библиотека. Но мы ее пережили и пойдем дальше в бой. С вами был Анибоди Плей. До новых встреч. Все, пока. Пока.